Всем привет, дорогие друзья, с вами Демон Крафт. Good night, girl. I see you tomorrow. И это долгожданная вторая часть «Как делать красивые скриншоты в Garry's Mod». Извиняюсь за такую задержку с этим роликом, но я думаю, не будем тянуть время, начнем. Итак, после того, как мы открыли Photoshop, мы должны переместить сюда все скриншоты, которые мы сделали в прошлом выпуске. Первый — это у нас основной скриншот. Насколько вы помните, в прошлый раз я говорил, что тут лунный совет, потому что здесь нет отражения света. Для этого у нас есть второй скриншот, который мы сделали с отражениями. Хоть это и выглядит очень странно, это отражение без основного источника света. Теперь мы должны их соединить. Для того, чтобы это сделать, нажимаем на параметры наложения и выбираем экран или скрин. Теперь основной скриншот и скриншот с отражениями соединены. Но чтобы добиться лучшего эффекта, слегка уменьшите непрозрачность. Теперь открываем третий скриншот. Вы сейчас скажете: «Воу-воу-воу, подожди, такой фигни не было». Да, извиняюсь, я забыл сказать про это в прошлом выпуске, но сейчас я вкратце объясню, как это делается. Итак, мы в Garry's Mod. Вот у нас есть какая-то композиция. Для начала мы должны выключить свет. Потом мы заходим в Entity, Editors и ставим Fog Editor. Нажимаем на правую кнопку мыши «Изменить свойства». Выбираем белый цвет. И с помощью этих двух ползунков пытаемся сделать небольшой туман. Это делается для того, чтобы создать объем. После того, как вы настроили, вводите команду poster. Цифру используйте ту, которую вы использовали для обычного скриншота. Теперь, чтобы это все соединить вместе, нужно опять же выбрать режим наложения, экран или скрин. На самом деле, по склеиванию это все. Тут нужны не такие сильные знания в Photoshop. Остается только все это соединить и сделать постобработку. Но на ютубе куча гайдов по обработке. Лично я все обрабатываю в Camera Raw. После всех этих махинаций мой скриншот выглядит вот так. Некоторые элементы я не объяснил, потому что они не основные и пригодятся вам очень редко. На самом деле методика простая. Просто выключайте свет и ставьте еще один источник света. Вот и все. Я надеюсь, я вам помог. А если я вам помог, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Демон Крафт. Всем пока!